Подскажите, можно ли овнам носить жемчуг? Очень можно. Жемчуг это любовь Бога. Почему? Потому что море большое. А вы знаете, что Бог любит рыб? И они на самом деле в большом количестве имеют свой мир, свою эволюцию. Никого не трогают, они добрее людей. И почему? Потому что жидкости на планете Земля больше, чем всего остального. И рыб больше живет, чем людей, всех вместе, умноженное, наверное, на 1000 раз. И там свой мир, не везде открытый для людей. И, конечно, когда человек одевает на себя жемчуг, то он прикасается к тому, что связано с миром океанским. А океанский мир — это доброта, это тепло и, самое важное, любовь Бога. Человек, одевающий на себя жемчуг, он более везучий, чем обычный человек без жемчуга. Да, действительно, жемчуг помогает человеку обрести везение. Вы сегодня свежо выглядите. Спасибо.